Всем привет! Провожу зимнюю копулировку улучшенную. Хочу показать, как я делаю это. Способ хороший. Получается, этим способом можно на год, за год получить хорошую однолетнюю саженец. Вот я в феврале ее делаю. В феврале делаю, и получается, к концу лето, начало осени, будет хороший саженец. Чего не скажешь за летнюю окулировку. Тоже хороший способ, все почкой. Но надо ждать, надо высадить подвой. Летом, июнь, заколировать. Ну и на следующий год к осени получается только саженец. Этот способ экономит время. То есть, сейчас будем колировать, копулировать сорт Фуджи Ацек. Так. На подбой 9. То есть берется, делается ровный косой срез. Не получился. Новый косой срез. Косой срез. Ровненький, делается такой как бы язычок. Язычок делается на подвое и на привое. Так. Потом всовываем шапано, плюс-минус совпало. Вот. Вот оно все. Все совпало, берем пленку. Ну, я использую, конечно, дорогую пленку. Мне она самая больше нравится, японская фирма. Вот она вот такими кусочками. Есть длиннее, есть короче. Растягивается. Ее не надо разматывать, она не делает перетяжек. Ну, я и доволен. Но она денег стоит много. То есть пробовал я делать обмотку и пленками. Тоже, в принципе, ничего. Ну. Когда делаешь немножко туда, а когда делаешь много их прививок, то, конечно, эта пленочка. Вот у меня холодно в подвале, она в холоде не сильно тянется, прям хорошо. Ну, когда тепло, летом вообще замечательно. Почкой когда колируешь, вот обмотали, ничего не шатается, вот она плотно держится. Все отлично, сама клеющаяся. На солнце разлагается, не надо ничего перетягивать. Сматывать. То есть вот так мы сделали. Одну сделали, теперь вторую. Корни не сильно, но еще вторую. Косой срез, язычок. Язычок на привой такой же самый. Были. Называется улучшенная копулировка. Я делал, мне понравилось. Приживаемость, если подвой хороший, все правильно делается, хотя тут сложного ничего нету, то приживаемость стопроцентная. Стопроцентная. Получается вот так. Он все обрастает калиусом. Приживаемость хорошая. И заматываются ленты. Рвется холодно. У меня тут плюс 2 или плюс 1. Надо посмотреть. Заматывается. К осени высаживается потом в грунт весной. Когда не будет уже морозов, когда земля размерзнется, я высаживаю в грунт. До того, как высаживается, то я покажу. Я наполирую, покажу. В ящике трусы засыпаются, они в подвале хранятся до того момента, пока я буду высаживать в землю. Вот и все, привито, готово. Так, сейчас покажу еще грушу. Ну, в принципе, она ничем не отличается от яблони. Ну, тем не менее. То есть, 2,29 подбой. Косой срез вот такой делается.
Делается вот так вот, чуть выше серединки, пропильчик для язычка. То есть беру подвой и присвариваю тут секую. Примерно по диаметру смотрим. По диаметру вот так отлично нашли. Так. Делаем тут такой же срез. Блин, толстоватый тут. Надо брать оттуда. Толстоватый там. Вот сделали точно такой. Делаем вот так вот. Пропильчик. Срезаем. Можно одна пучка, можно две. Вот получили. Когда соединили вот так вот. Обматывается пленкой. То есть все очень просто. Самое важное, чтобы были черенки не подсохшие. Ну и подвой хороший, чтобы был. Потому что если то или другое хренового качества, то, естественно, результат будет у вас тоже хреновый. Потому что я уже обжигался. Ну, в основном на подвое обжигался. Серенки присылали хорошие. Люди проверенные уже, у кого брал сорта. А подвой пробовал там, и там, и там, то большинство высылают просто дрова. К подвою оно никакого отношения не имеет. Так что, ну, на дичке хорошо тоже полировать, летняя полировка на свои. Все обмотали. Вот так вот. Получается, с этой почечки будет расти паган. Вот. Так, я сделал капулировку. Теперь надо это все дело сохранить до того момента, когда буду высаживать все в грунт. Так, беру тырса у меня. Я вчера пропаривал, и она остыла. То есть берем все вот это, слаживаем в ящик потихонечку, не спеша. Слаживаем и просыпаем тырса влажный. Так оно будет храниться до весны, до того момента, когда я буду усаживать его в землю. Так. Все это слаживается. Так что можно ее проводить с января месяца, капулировку. Может быть, даже раньше. Я с января пробовал нормально. И до... Да. Тогда, в принципе, до марта. Может, даже до апреля может. Ну, в общем, я всегда делаю, я пробовал и в этом. И в марте пробовал в январе, но остановился на феврале. Начало, середина февраля, вот это, до конца февраля все провожу. Так что все это пересыпается пилками и вставится в холодное место, то есть, чтобы не было морозов. Плюс 2, плюс 5, плюс 3. То есть можно это все в тепле, в тепло занести на неделю, 7-8 дней для срастания подвоя с привоем. Образуется калиус. Ну, в принципе, можно так и не делать. Ну и так прекрасно приживается. Так вот пересыпается все, оно так будет лежать. Сегодня у нас 3 февраля, будет лежать до начала, до середины марта. Так что, такие дела. Все, всем пока.